Так, слушайте, ну, скажем так, я дико поражен, да? Вот сейчас перед вами, собственно говоря, максимальная картинка этого пака, и я в ахере. Природ, что это такое? Вы слышите, какая-то муха над ухом летает? Лол. Господи, это был максимум того, что можно было выжать с движка ЗП. Я сейчас чувствую, он умрет прям. Так, давайте осмотрим сейчас потихо, что у нас там есть, по стандарту. Опа! Вот это старт! Нам даже тозика подвезли. Вот это я понимаю, человек собрался в зону. Рюкзак с обозначением КПК. Так, весьма прочный рюкзак состроен. Блин. Нет, давай сначала сменим позицию, да? А потом мы же будем читать. Блин, нет, круто, слушайте. Прям круто, эти звуки. То ли лягушек, то ли чего. Прям живая фауна, охренеть. И мини-карта такая... Воу! Я только сейчас видел свою мини-карту слева. Это же охренеть, как круто смотрится. С компасом... Ох, ребят, я чувствую, мы залипнем здесь по новой и надолго. Так, я предлагаю первым ходом сходить сейчас на территорию лесопилки. Она тут у нас где-то по правую руку от нас. Да? И мы сможем в нее сходить. ПДА. О! Ну-ка. Все. Блин. По идее, вроде как, меня не должно показываться. Я потом посмотрю. Я хочу сделать так, чтобы меня не показывало на ПДА, чтобы я сам разбирался в местности. То есть, есть такая фишка, есть такое дополнение. Я вас не показываю на мини-карте. Ладно, ребят, давайте, собрались с вещами. Сейчас аккуратненько потопаем. А ножик я уберу, само собой. Я возьму прекрасный обрезик. А, да, стоит прицепить, наверное, прицел. Это называется русское копье? Что? Это винтовка мощная, кстати говоря, нас... Стоп! Мамочки! Господи! Ох, ребята! Ёлки-палки, да что ж такое, мизер, я ж тебя как родную люблю! Так. Друг, братишка. Вот мы с тобой реально с разных весовых категорий. Тупо с разных, чувак, отвечаю. Мать твою, я еще и мажу, да чтоб тебя. Какой он злой! Охренеть, нет, его не пробить.